Всем привет! Ребята, вы мне пишете: Даня, заебался своими обзорами квартир известных блогеров. Иди нахуй, снимай лучше свиданки. Вы знаете, у меня вообще-то есть свое мнение. И вот что я вам скажу. Буду снимать свиданки, ребята, окей? Пожалуйста. Девушки через известное приложение познакомились с парнями. Во время свидания будут получать задания через наушник от меня, которые должны будут выполнить немедленно. Ничего страшного. Как дела? Я работаю барменом и параллельно пишу стихи. Ой, стихи? Да. Поэт. Это романтично. Скажите, а я гадаю. А ты? А я гадаю. Ты гадаешь? А попросите у него правую руку и завяжите воображаемый узелок. Все, наверное. А можно просто твою правую руку? Ну вот, на секунду, да, вот сюда положи, расслабь. Это чтобы у нас все было хорошо. Это чтобы у нас все было хорошо. Можешь убрать. Теперь тебе пизда. Теперь тебе пизда. Что? Все хорошо, говорю, у нас с тобой будет. Это самое главное. Пусть когда он рассказывает, вы знаете, одной рукой там поводите около левого уха, около правого, а потом хлопните и скажите «Халавала». О чем там? Ну там, Рассказывай. Там как мужчина встречает. Пола. Извини. Ну рассказывай, продолжим. Как мужчина встречает женщину, и у них начинаются там всякие интересные события, довольно драматические книжки. Что было? Да не обращай внимания. Не обращай внимания. Почему? Это просто мне надо. Скажите, а ты можешь дать мне свой волос? Зимой там. Ты можешь дать мне свой волос? Волос? Один. Почему? Зачем? Это на счастье будет. На счастье. Я что, тебе не нравлюсь? Я что, тебе не нравлюсь? Нравишься. Ну вот один. Ну волос, думаю, это слишком. А ты пьешь? А ты пьешь? Ну да. Я пью. Ты пьешь? Да. Но я тебя закодирую. Но я тебя закодирую, ты не против? Слушай, а как ты относишься к детям? Как ты к детям относишься? Хорошо относишься. А? У меня после чемпионата мира ребенок родился. Ой, слушай, отлично. У меня после чемпионата мира ребенок родился. Вот. Я его в детский дом отдала. Ну, я его в детский дом отдала. Дети — это не мое. Детский дом? Ну, бывает. Вот, а у тебя чего еще интересненького? Слушай, а как ты вообще к детям относишься? Ну как? Отрицательно. Точнее, относительно. А я вот после чемпионата мира по футболу родила ребенка. Пока не готов. А я вот после чемпионата мира по футболу родила ребенка. Ну, я его отдала в детдом. После чемпионата мира по футболу. Да, но я его отдала в детдом. Ну, поняла, что это просто не мое. Поэтому он теперь там. Я просто поняла, что это не мое. У меня вот есть ребенок, например. Я его родила после чемпионата мира. Я его просто отдала. Ну, ребенка нет. Я его отдала в детдом. Ну, знаешь, так бывает. Понимаешь, что это не твое. А пошепчите в ладони сумкой Майкл Корс и сдуйте на него. Ой, даже не знаю. Мне тоже нравится спорт разный. Сумка Майкл Корс. Вот, потом что? Люблю. Люблю еще футбол смотреть, хоккей. А теперь пошепчите планшет Samsung и сдуйте на него. Планшет Samsung. Блин. Главный герой. Супруги тоже нет. Что? Супруги, говорю, тоже нет. Главный герой. Так, что ты вот это душишь? Зачем? Ничего. Ничего, ничего не делала. Ничего не делала. Ты заколдовать, что ли, мне пытаешься? Ну ты что, с ума сошел, что ли? Ну ты делала, ты руками... Что тебе показалось, значит так надо. Значит, так надо. А что тебя бесит в отношениях больше всего?
А что тебя в отношениях больше всего бесит? Когда мне врут. Я бы тебе тоже врала. Я бы тебя на самом деле тоже врала. Ну, я гадаю. Ты гадаешь. Бывшему, например, я нагадала, чтобы он сломал нож. Он ее сломал. Я вообще хотела, чтобы он сдох, но я пока еще учусь, он пока ногу сломал. Я хотела бы, чтобы он сдох, на самом деле, но я учусь. Ну, пока что получилось только ногу сломать. Так. Я хотела вообще, чтобы мой бывший умер, но не так еще владела этим искусством, поэтому вот только нога сломана. Кто, ну, допустим, ну, вот кто из клиентов, допустим, кто это в основном? Лохи всякие. Нужна помощь. На самом деле просто лохи. И бабушки-пенсионерки. Ну и бабушки-пенсионерки, ладно. Давно этим занимаешься? Слушай, да, давно лохов развожу. Давно лохов развожу. Что? Давно. Лохов развожу. И пенсионерок, бабулек. Если за это еще и деньги берешь, да? Ну, конечно. Подожди, если ты говоришь, что ты их разводишь, то значит, ты не гадаешь? Ну, я таких слабых людей, как ты, развожу. Я таких слабых людей, как ты, развожу. Вот бывают мужчины сильные, как мой бывший, а ты слабый. Бывают мужчины сильные, как мой бывший, а ты слабый. У тебя с головой в порядке все? Да. А что тебе нравится в сексе? Да. А в сексе что нравится? В сексе нравится все. Ой, а мне тоже все нравится. Ну да, мне тоже все нравится. Но только не люблю сверху. Я заигрываюсь. Не люблю. И могу уздечку порвать. Заигрываюсь иногда и могу уздечку порвать. Мне нравится все. Тебе нравится все? Да. Все, вот, твое понимание, это что? Только сверху не очень люблю, потому что заигрываюсь и могу порвать уздечку. Ты прям в этом уверен? Ну, два раза было такое. Два раза было такое. В сексе, ну, обычная история какая-то. То есть ты не любишь экспериментировать? Не сильно. Я бы тебе точно врала. Да, я бы тебе точно врала. Ты же говорила, что у нас все хорошо сложится. Да, мы поженимся. Да, мы поженимся. Мы поженимся? Но есть мужчины сильные, а есть слабые, понимаешь? Ну, понимаешь, есть мужчины сильные, а есть мужчины слабые. Вот. Я к какому типу отношусь? Как ты думаешь? Ну, мне бы хотелось думать, что я к сильному. Смейтесь, смейтесь, смейтесь. А что смешного? Что смешного? Твой ответ. Твой ответ. Мне кажется, я тебе буду врать в отношениях. Ну, ты слабый, со слабыми всегда так получается. Ты просто слабый. А со слабыми всегда так получается. Знаете, ты мне очень понравился. Знаешь, ты мне очень понравился. А вот папе не очень понравился моему. А вот папе моему не очень понравился. Папе? Он за соседним столиком сидит. А твой папа где сидит? А твой папа где сидит? Где сидит? Ну, где он тут сидит? Он тут не сидит. Почему он не пришел тогда? А зачем? Ну, мой всегда на первое свидание приходит. Мой всегда на первое свидание приходит. Почему твой не приходит? Вы не общаетесь, что ли? Общаемся. А почему? Ну, не знаю. Я и без папы справлюсь, как-то думаю, на первое свидание. Папа говорит мне, что тебя надо валить.
если ты какой-то скучный... Он за соседним столом смотрит на тебя. Вон он за соседним столом только что посмотрел на тебя. А где твой папа? Дома, наверное. Я на работе, может быть. У вас что, плохие отношения с отцом? Нет, я же сказал, хорошие. Поэтому он с тобой не ходит на свидание? У вас хорошие, поэтому ты с отцом? Да, может туда не смотреть так явно. Нет, скажите, да ладно, это все розыгрыш. Слушай, пойдем, я тебя познакомлю с ребятами, которые все это устроили. Знаешь, все это розыгрыш. Пойдем, я тебя познакомлю с ребятами, которые все это устроили. Пойдем со мной, я тебе кое-что покажу. В смысле? Пойдем. Денис, привет. Привет. Меня Даня зовут. Денис. Прикольные у тебя очки. Ты реально, чтобы лучше видеть у тебя зрение? Зрение. Или знаешь, чтобы таким быть более взрослым, более серьезным? Более взрослым, более серьезным, да. Ну и зрение, плюс все дела. Я думаю, это не очень на нас так злишься. Нет? Слушай, мы не очень там закошмарили тебя. Блин, на самом деле я... Потому что я смотрел, это какой-то кошмар. Думал, ты просто возьмешь и уйдешь. Такой трэш творился. Да бы очень странно было, типа... У меня сердце вот так колотилось, я думал, все, что происходит. Ну вот, когда там вот эти вот хочу сумку, это все это как-то было странно. И с гадалкой я подумал, что она чуть не в себе. Ну, смотри, конечно, не в себе.